Видео представлено сайтом plan.gdz.net, номер 896. Представьте в виде произведения. Перед нами 6 примеров, в которых мы будем использовать формулу разность квадратов двух выражений. Итак, записываем первый пример. 2b-5 в квадрате минус 36. 36 – это 6 в квадрате, поэтому перед нами действительно разность двух выражений. Разность этих выражений будет иметь вид 2b-5. Минус 6 и сумма 2b-5 плюс 6. Приводим подобное в каждых скобках. 2b-11, 2b плюс 1, наши множители. Далее. 9 минус 7 плюс 3a в квадрате. 9 это 3 в квадрате. Снова имеем разность квадратов. Расписываем согласно формуле. Разность наших выражений 3 минус, и в скобки берем, второе выражение. 7 плюс 3а. Сумма будет иметь вид 3 плюс 7 плюс 3а. В первых скобках раскрываем скобки, перед которыми знак минус. Получим 3 минус 7 минус 3а умножить на 10 плюс 3а. После приведения подобных мы получаем такие множители. Минус 4 минус 3а умножить на 10 плюс 3а. Выносим минус из первых скобочек, и произведение имеет вид 4 плюс 3а умножить на 10 плюс 3а со знаком минус. 4 минус 11m в квадрате минус 1 будет равняться. Разность выражений. 4 минус 11m это минус 1. Сумма 4 минус 11m плюс 1. Приводим подобное в каждых скобках, получаем 3 минус 11m умножить на 5 минус 11m. P квадрат минус 2p плюс 1 в квадрате. Снова распишем разность наших выражений. P минус, и снова в скобки берем двухчлен, 2p плюс 1. Сумму просто записываем таким образом. P плюс 2p плюс 1. Перед скобками знак минус. Раскрываем и меняем знаки. P минус 2p минус 1. Переведя подобное во вторых скобках, получили 3p плюс 1. Минус 1 минус p умножить на 3p плюс 1. Выносим минус, получаем такое произведение. 1 плюс p, 3p плюс 1. 5c минус 3d в квадрате минус 9d в квадрате. Итак, разность наших выражений будет иметь вид 5c минус 3d минус 3d. Сумма 5c минус 3d плюс 3d. 5c умножить на 5c минус 6d. Наше произведение. А в четвертой минус 9b плюс а в квадрате во второй степени. А квадрат минус 9b плюс а квадрат это разность. И сумма а квадрат плюс 9b плюс а квадрат. Разность принимает вид а квадрат минус 9b плюс а квадрат. Во вторых скобках привели подобное. Получили 2а квадрат плюс 9b. И наше произведение имеет вид минус 9b умножить на 2а квадрат плюс 9b. Больше видео. Подписывайтесь на наш канал. Присоединяйтесь к нам в группах в соцсетях.